Добрый день, дорогие друзья. В первую очередь хочу поблагодарить всех за то, что поддерживаете. Очень благодарен за каждый комментарий. Огромное количество комментариев и звонков поступило у нас и в WhatsApp. То есть спасибо большое за то, что нас поддерживаете. Смотрите, с утра температурка была 36. Я специально ждал, пока она проснется, поэтому сегодня не поехал на море купаться, чтобы если что, вдруг куда-то там можно было поехать к врачу. Потом температура поднималась до 37. Сейчас вот у нас уже где-то к 2 часам, да, уже 2 часа даже с небольшим, подходит время, и мы замеряем температуру. Ну, вроде бы и вид изменился, то есть она уже чувствует себя по-другому совершенно, то есть и более активный ребенок стал. То есть вот непонятно, что это было, то есть горло вроде бы не болит. Температура у нас 37,3. Самая такая, наверное, противная. Даша, в принципе, ведет себя активно. Вчера вот прямо она и в машине, то есть как будто засыпала. Сейчас же вот активность, в принципе, присутствует. Завтра пойдем к врачу. Все равно у нас противовирусная, то есть помогает, наверное, я просто не очень разбираюсь. Акибуклин Юниор, это как раз таки мы температуру снижаем. Температуру удалось вот сбить с вчерашних 38 градусов. И вот с утра вообще, в принципе, не было. Сейчас вот в течение дня температура плавает, вот тоже непонятно. То из-за чего зависит, потому что ну, небольшой насморк присутствует, немного покраснения на горле. И, собственно, то есть еще раз я хочу выразить огромное спасибо, благодарность вам, ребята, то, что поддержите, потому что все слова поддержки, это прям очень круто, это прям спасибо. Хотя вот Даша спрашиваешь, Даша, ты себя как чувствуешь? Даша вот так вот лайк вверх, то есть и все. То есть лечиться мы не любим, да? Вот так вот. Не хочет она лечиться, вредничать, но слава богу, что стало легче. Хотя бы, видите, активность, ну и блеск в глазах появился такой, ну, вроде бы здоровый вид. Поблагодарить за донатик сейчас. Вот, ребят, спасибо большое. Дашка вот сейчас пьет как раз таки таблеточку. Спасибо за поддержку. В общем, такие вот дела. Спасибо за внимание, ребят. Позже увидимся.